Снимаете? Вы знаете, когда я вот услышала это пение, эту музыку, вот выступление артистов этого коллектива, вы знаете, у меня вот просто даже сердце сначала замерло. Вот просто... Просто я не могла справиться с эмоциями. Потом у меня слезы текли. Вот я просто плакала. Я вспоминала своего дедушку. Вот у меня дедушка, он с 18 лет на фронте. И он дошел до Берлина. И вот на нашей Калининской земле, он на Тверской земле воевал. И для меня особенно важно было сегодня послушать эту музыку, потому что это наша история, это наши традиции, это наша гордость, это наша память. Ну, это вообще все лучшее, что есть вот в нашем русском народе. Все. И именно поэтому хочется сказать слова благодарности, пожелать коллективу творческих успехов, чтобы они старались вот так же дарить зрителю эмоции и отдавать частичку своей души и сердца, потому что это очень важно для нас, для будущего поколения и вообще для всех людей планеты. Вот то, что они делают, на самом деле невозможно оценить. Это... Ну, наверное, настоящий подвиг сейчас. Ирина Прямова. Ирина? Прямова. Прямо. Спасибо.